О, выглядит интересно! Какой гадкий хлеб! Не может быть! Это гениально! Нужно попробовать! У меня есть старый хлеб и нож для чистки овощей. Вперед! Я уберу плесень! Ха-ха, работает! И вот, свежий хлеб! Фу, это тяжело! Ладно, достаточно! Я проголодался! Я заслужил это! Эй, что ты делаешь? Это нельзя есть! Загляни внутрь! Фу, гадость! Убери это от меня! Я уже не голодный! Снова понедельник! Люблю чистоту и ненавижу пыль! Начнем! А это обязательно! Сегодняшний урок такой скучный! У меня урчит в животе! Мне нужно поесть! Эй, Минди! Что? Я хочу перекусить! Ха, без проблем! Я всегда ношу с собой конфеты на всякий случай! Это шуршание конфетной обертки? Как раз то, что нужно! Я так и знал! Никаких конфет на моих уроках! Я это заберу! Нет, не надо! Эй, мы хотели это съесть! Я так не думаю! Никакой еды на уроках! Я очень разочарован! А, это несправедливо! И что нам теперь делать? Подождите секунду! Что-то не так! Они тихие, слишком тихие! Что происходит? О, мне нужно ответить! Алло? Хорошо. Ладно, не балуйтесь тут. Я скоро вернусь. Он наконец-то ушел. Пора перекусить. Я так этого ждал. И не говори. Ах, отлично. Обожаю чипсы. Вкуснятина. Ням. Очень вкусно. Понял, конечно. О-оу, он вернулся. Он что? Без проблем. Это нехорошо. Не двигайся. До свидания. Извините, ребята, продолжим. О, чуть не попались. Что за? Я слишком много съел. Ха, это так смешно. Нет. Ой, какой шум. Это что, шутка? О, нет, это плохо. Мне нужно это исправить. У меня есть идея. Приступим. Я оберну бумагу вокруг папки и уберу соус. Вау, ничего себе! Отличная работа! Еще немного. Вот, готово. Как я и планировала. Браво! Дай пять. Что это было? Что? Там ничего нет. Наверное, показалось. Это замечательно! Обожаю этот канал. Подождите минутку. О, привет, мам! Что ты делаешь, юная леди? Дай сюда чипсы. Ты знаешь правила. Это несправедливо. Ах, обожаю, когда в доме чисто. Уборка так расслабляет. Поверить не могу. А-ау. Я это заберу. А, как мне не везет. Наконец-то я могу уделить себе время. Что это за шум? Минди, отдай. Хорошая попытка. Давай. Мамы тут нет. Это мой шанс. Это ты так думаешь? Посмотри на себя. Как много прыщей. Тебе нужно перестать есть чипсы. Ну, я их очень люблю. Я знаю, дорогая. Мне нужно подумать. Ну, конечно. Мне понадобится противень. Я выложу на него пергамент и подготовлю ингредиенты. Я посыплю сыром пергамент. Слой должен быть ровным. Я хочу сделать большой квадрат из сыра. Вот так. Затем мне понадобятся нарезанные грибы. Я положу их на сыр. Отлично. Теперь их можно поставить в духовку. Я хочу, чтобы сыр стал золотистым. Прошло уже достаточно времени. Пахнет вкусно. Смотри, что у меня есть. Дай сюда. Вау, вкусно. Вот, попробуй. Отлично. Это лучше, чем чипсы. Вау, рис приготовлен идеально. Это точно. Эй, погода сегодня неподходящая для сандалий. Сделай с этим что-то. Мои пальцы. Кажется, им захотелось подышать воздухом. Или, может быть, они просто голодны? Так вкусно. Голодные ноги. Можешь себе представить?
Я хочу перекусить. У нас есть что-то вкусное? Кажется, нет. Ой, нет ничего. Жаль. Мама, ты была в магазине? Как вовремя. Что ты купила? Ага, а почему все такое зеленое? Ты не принесла шоколад? Шоколад? Тебе повезло. Вот тебе сладкое угощение. Что это, что шутка? Милая, не плачь. У меня есть идея. Подожди. Я возьму тортилью и намажу на нее шоколадную пасту. Затем я добавлю банан. А сверху снова положу шоколад. Прекрасно. Не забудьте добавить измельченные орехи. Я разрежу тортилью на кусочки поменьше. Прекрасно, правда? И теперь можно есть. Приятного аппетита! О, как вкусно! О, я рада, что тебе понравилось. Я побеждаю! Мама купила M&M's, не может быть! Какая большая упаковка! Эй, открывайся! О, нет! Как обычно! Вот для чего нужны миски, понимаешь? О, хорошо, вперед! Теперь моя очередь. Боже мой, это просто смешно. Ты устроила беспорядок. Но подождите, у меня есть идея. Мне понадобится эта бутылочка. Я добавлю немного желатина. Вот так. Хорошо, готово. Вау, теперь это похоже на конфетное желе. Какая я молодец. О, ужас, я таю от этой жары. Скоро я превращусь в лужу. Мне нужна вода, а лучше мороженое. Отлично, и это последнее. Помощь уже в пути. Так освежающе. О, почему сегодня так жарко? Фу. Где ты взяла мороженое? Поделишься? Я так не думаю. Извини, это мое. Подождите, у меня есть идея. У нас есть лед, верно? Не очень много, но все-таки. Дайте подумать. Подождите минутку. Конечно! Я приготовлю свой собственный холодный десерт. В пакет я налью сок. Плотно его закрою. И положу в мешок со льдом. Идеально. Его обязательно нужно закрыть. И хорошенько встряхнуть. По-моему, у нее тепловой удар. Вау-вау-вау, тряси его. Ага. Так, посмотрим, все ли готово. Получился фруктовый слаж. Идеальное лакомство для лета. Эй, как у тебя это получилось? А мне можно попробовать? Пожалуйста. Попробовать? Ладно. Вот, держи. Вау, спасибо. Это фантастика. Да, я знаю. О, не так быстро. Да, я абсолютный чемпион. Нет, мой леденец. Постой. Он закатился туда, верно? Не могу найти. Что? Что? Упс, извини. Где он? Что это? Плохие дела. Я нашла твой леденец, Лем. У него что, шевелюра выросла? Я это есть не буду. Пожалуй, ты прав. Но это можно исправить. Вот. Нет, даже не думай. Лем, ну же, погоди. Чувствую себя худшим другом на свете.
Нужно хотя бы перекусить. Ну, конечно! Нарежем яблоко вот так. Окунем ломтик в йогурт. И добавим разноцветные обсыпки. Дайте чуть-чуть полежать. И вуаля! О, Лиам! Вот тебе новый леденец. Забудь про эту штуку. О, круто. Давай вместе их попробуем. Он намного больше прежнего и гораздо сочнее. Как здорово, что ты сделала несколько. Они просто супер. Вау! Погляди на эту кухню. Послушай. Отличная идея. Давай. Классно. Сейчас попробую я. На старт. Внимание. Это было эпично. Обычная белая подушка. Вот так-то лучше. Чему бы еще добавить цвета? Это будет мощно. Да! Даже бытовые вещи могут быть красивыми. И пупиты тоже. А как насчет радужной шляпы? Круто! Вау! Теперь моя очередь. Я всегда хотела радужные волосы. Думаешь, у нас получится с блинчиками? А? Сломалась, что ли? Дай мне попробовать. Давай! Нет, все еще коричневые. Да, похоже, батарейки сели. Погоди, есть идея. Используем мои цветные ручки. Покрасим блинчики вручную. Нет уж. У меня есть кое-что более съедобное. Просто добавим в тесто пищевой краситель. Такой шикарный оттенок красного. И отправляем на сковородку. Получилось целая радуга. Та-да! Обошлись без магии. Ты это слышала? Что тут происходит? Кто-то приготовил мне завтрак? Никогда не видела ничего круче. Надеюсь, так будет каждое утро. Добро пожаловать на вечеринку. Теперь будем ждать гостей. Да. Хочешь пока конфеток? Но здесь только желтые. Это еще и зеленая вечеринка, Эмма. Видишь? Вот так намного лучше. Ты думаешь, что зеленый лучше? В центре должен быть желтый. Нет, зеленый. Да. Неужели? Ну, держись. Я готов к поединку. Ты в этом уверен? О, подвинь свою чашу, окей? Это нечестно. Желтый — это отстой, Эмма. Нет. Погляди, что ты наделала. О. Что ж, нужно начинать заново. Хотя, придумала. Что если мы соединим цвета? Сперва расплавим зеленые конфеты. Затем добавим жирных сливок. Смешаем и разольем в наклонные стаканы. Осторожно, не надо наполнять доверху. Теперь добавим следующий цвет. Заморозим и можно подавать. Классно! У-ху! Кому хочется чего-то послаще? Десерты с лимоном и лаймом. Приятного аппетита! Они твердые. Нужно доставать вот так. Нужна ложка. Начинаем веселиться. А ну, постой. На вечеринку нельзя с едой и напитками. О, нет, этого парня не пустили из-за еды. Но как же мне быть с конфетами? Они мне нужны. Съем все прямо сейчас. Как вкусно. О, можно вот тут кое-что спрятать в рукавах и в носках. У-ху. Это должно сработать. Пора идти на вечеринку. Посмотрим. У тебя есть с собой еда или напитки? Ты что, издеваешься? Я отлично вижу конфеты. Конфеты? Это просто часть моего гавайского костюма. Ну, конечно. Иди отсюда. Почему он мне не поверил? Эй, секундочку. Может, мне поможет венок? Окей, разрежем его вот так. Хорошо, теперь начнем его разбирать.
Прощайте, цветочки. Неплохо, это последний. Возьмем эту нитку от венка. Разложим ее прямо во всю длину. А сейчас время добавить конфеты. Разместим их вот таким образом. Круто! Сделаем так же по всей длине нитки. Тут столько вкусностей! Подогнем концы вот так. Нужно, чтобы вышло похоже на ленты, надетые на нитку. Здорово! Добавим еще сладких полосок. Обожаю их! И затем, разумеется, нужно вернуть на место цветы. Вот теперь у нас снова красивый венок. Кажется, смотрится хорошо. А ну-ка проверим. Да, получилась очень милая юбка. Я такая находчивая. Привет, теперь мне можно на вечеринку? Это снова ты. Поглядим как следует. Окей, все в порядке. Но сперва лимбо. Воу, давай, у тебя получится. Да, это было круто. Ничего себе, так трудно. Мне нужно подкрепиться конфетами. Он ничего не видит. Вкуснятина. Теперь мне хватит энергии, чтобы веселиться всю ночь. Вечеринка, вечеринка. Вот так, чай будет просто супер. О, а пока он заваривается... Эй, Дэвид! Что? Можно мне тоже что-нибудь попить? Пожалуйста. О, ладно, без проблем. Ага, тут есть смесь для горячего шоколада. Конфеты, обожаю их. Да, возьмем вот это. Эй, в чем дело? Ты съела все конфеты. А ну отдай это немедленно. Я серьезно. Давай сюда быстро. Я не шучу. Ты меня просто достала. Но конфета. Ладно, бери, если тебе это так важно. Да, спасибо, Дэвид. Ну, славно. Теперь у меня нет конфет. Хорошо, ее нигде не видно. Можно попробовать. Заберу пакет мармеладок, который здесь спрятан. Да, я так люблю эти штуки. Привет, Дэвид, можно и мне немного? Пожалуйста. А, да забирай весь пакет. Она его забрала, но это часть моего плана. Пока она ест мармеладки, я открою еще один тайник. Я взял тюбик и выдавил всю зубную пасту. О, так красиво! Окей, тюбик пустой, избавимся от пасты. А теперь возьмем мармеладных червяков. Просунем их в тюбик, они отлично поместятся. Осталось только завернуть крышку. Готово! Теперь у меня всегда под рукой любимые мармеладки. Да, не терпится их попробовать. Так вкусно! О, что-то мне есть захотелось. Постой, мой карандаш. Что, если бы это была конфета? Да, сейчас съем все без остатка. А? Что он там такое делает? Дэвид, хватит! А? Что? Хочешь? Ты мне карандаш грызть предлагаешь? Карандаш? О, ну да. Я только представил, что это еда. О, Дэвид, вот погляди, что нужно делать с карандашами. Для начала берем шоколад. Помещаем на ложку и включаем фен. Ждем, пока шоколад растает, а потом берем карандаш. Без труда вынимаем ластик и надеваем небольшую трубку вот так, чтобы можно было налить внутрь горячий шоколад. О, разве не здорово? Чудесно! Теперь дайте ему застыть. Та-да! Прекрасный шоколадный ластик. Тебе все понятно? Вот, можешь взять это. Воу, спасибо, Мэдисон, ты супер! Как вкусно! То, что мне нужно! Дэвид, нет! Стой! Там дальше обычный шоколад! О, точно! Я опять забыл, извини! Стойте! Секунду! Надо поправить макияж! Окей, теперь я готова! Посмотрим! Вау! О, боже! Чуть не опоздала! О, палетка! Можно мне ее? Пожалуйста! Все стерлось! Оф, нет, извини, не могу ее дать. Странный разговор. Зачем быть такой жадиной? Давай сюда! Серьезно, мне просто нужна помощь. А? Почему не получается? Похоже, в палетке... О, поняла! Она что, лизнула тени? Проходите уже. Как мерзко. Поверить не могу. Ты спрятала конфеты в палетку теней. Да, ее легко протащить. Вкусно.
Ночь в клубе стала куда лучше. Эй, с едой нельзя. Возвращайтесь, когда избавитесь от нее. Хорошо, посмотрим, что вы там прячете. Ого, нельзя, чтобы он увидел мои вкусняшки. Эй, украшение на шее. Оно наводит на определенные мысли. Да, думаю, это сработает. Вуаля, новое украшение. Что у нас тут? Все в порядке, проходите. Я внутри. А теперь быстрый укус. Она что, ест свое ожерелье? Ты это тоже видел? Эй, а можно нам тоже? Конечно. Держите. Отлично, спасибо. О, красавчик. Стойте. С едой и напитками нельзя. Надо вас сначала проверить. Эй, это что? Хорошо, заходите. Следующий. Она заберет мои скитлс. Стоп, бородатый воин. Вот решение. Мне нужна фальшивая борода и горячий клей, конечно же. Нарисую линию, как будто это улыбка. А потом добавлю кусочек ткани. Получился карман. В нем идеально поместится скитлс. Это одна из моих лучших идей. Борода надета, конфеты спрятаны. Время тусить. Стойте-ка. Ого, бородатый воин. Заходите. Окей, ура, я внутри. Эй, классная борода. Думаешь, в ней можно прятать конфеты? Ничего себе! Круто! А можно мне? Конечно, почему нет? Эй, не давай конфеты моей девушке. Оу, извини, хочешь? Вау, спасибо, бро! Фух, конфеты меня только что спасли. Очередь начинается тут. Стоп! Оставляем еду и напитки. Посмотрим, что в сумочке. О, нет! Проверка еды. Что же делать? Эй! Заколки! Это идея! У меня получится! Вот так. Мишки на заколках. Хорошо, вы следующее. Давайте посмотрим. Все в порядке, можете идти. Я внутри, а значит, пора перекусить. Привет, ты тоже можешь взять штучку? А, спасибо, ты такая милая. Эх, как мне скучно. Я хочу есть. У меня в животе урчит. Мне нужна еда. Есть только один выход. Я надеюсь, это сработает. Вперед! Я прекрасно выгляжу. Что это? О, кому-то нужна моя помощь. За дело. У меня есть кое-что особенное для нее. Ей точно понравится. Вперед! Хорошо, что я смыл заранее. Что за... Вау! О, чуть не забыл. Тебе нужно что-то попить. Эй, лови! О, становится все лучше. Вау! Устроим дождь из конфет. Это как радуга. Я сделаю ей сюрприз. Что это? Звучит не очень. Оу. Ах, наконец-то. Как больно! Прекратите! Офицер ранен! Помогите! Помогите! Мне нужна помощь!
Я ухожу. Мама, помогите. Классные трусы, они тебе идут. Да, это чрезвычайная ситуация. Я хочу пончики с кленовым сиропом. Быть полицейским. Тяжелая работа. Ох, который час? О, пора начинать патрулирование. Не хочу, чтобы начальник разозлился. Мне так хочется съесть пончик. Что у нас тут? Все тихо. Подождите секунду. С ней что-то не так. Эй, не шуми. Ой. Попался. Он так испугался. Это мой шанс. Я возьму свой телефон. Вот он. Пора позвонить. Вилли слушает. Чего ты хочешь? Я хочу что-нибудь вкусное. Без проблем. Сейчас будет. У меня есть то, что нужно. Это новая разработка. Ого, как это возможно? Поверить не могу. Выглядит так аппетитно. Подождите. Мне запрещено хранить тут еду. Нельзя, чтобы охранник ее увидел. Он очень разозлится. Что мне делать? О, я знаю. Нужно кое-что изменить. Что? Что произошло? Я вроде как видел скелета. Ой, наверное, показалось. Что ты делаешь? Идеально. О, привет. Угу. Это новая сумка? Ага. Такое сейчас в моде. Красота. Что-то тут не так. Не знаю, о чем ты. А, я никогда не пойму моду. Ну ладно, пойду за свой стол. Скоро привезут мои пончики. Фу, чуть не попалась. Пора угоститься. Круто. Это очень вкусно. Немного с огнем здесь. Отлично, получился праздничный колпак. Начнем вечеринку! С днем рождения меня! Что за шум? Не забываем про торт. Ну, на торт это вообще не похоже, ну что поделать? Пора загадать желание. Надеюсь, оно сбудется. Ну, что же, думаю, вечеринка окончена. О, это так грустно. Мне нужно ее подбодрить. И я знаю, что делать. Сейчас вернусь. Шш, это сюрприз. О, точно! Она ни о чем не догадывается. Начинай. С дадагедеба рождения! У меня есть кое-что для тебя. Это особенный друг. Посмотри. Вау, у него здорово получается. Ого, спасибо. И что теперь? Да-да, доверься мне. Подождите, Вонка, что ты здесь делаешь? Вы знакомы? Да нет, животные из воздушных шариков, вы будете удивлены. О, вот это да! Да, это точно! Поздоровайся с ровером, Гав, это тебе. Вау, мне нравится. Ну так это моя работа. Постойте, там что-то есть. Это будет нашим секретом. Я закончил. А где моя собачка? Серьезно, да-да. Ладно, да. Дай мне секунду. Как насчет этого Светка? Я их просто обожаю, как ты узнал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Он немного переволновался. Это великолепно. Пора, мистер Клоун. Да, я ухожу. Пока. Мы остались вдвоем. Мне это пригодится. Прости, песик. Вкусные конфеты, я их просто обожаю. Так вкусно. Как красиво, у меня слов нет. А, мой цветок. Что это было? Ой, подождите, это какашка? За что он так со мной? Ненавижу этого клоуна. Маски делают эту картину такой реалистичной. Искусство это так скучно. Подождите, теперь стало интереснее. Эй, ботаник. Ау, моя голова. Зачем ты это сделал? Это очень больно. Ха, точно в цель. Это было так смешно. Просто оставь меня в покое. Это было нехорошо. Пора преподать тебе урок. И у меня есть то, что нужно. Ха-ха, что? Это ты сделал? Спасибо. Пожалуйста. Подождите, я разговариваю с картиной? Это сложно.
Подождите, я знаю. Мы проходили это на уроке. Уверена, что ответ здесь. А, вот он. Как я и думала. Это правильно? Не получается. Я ничего не понимаю. Я никогда не сделаю это домашнее задание. А, это так раздражает. Давай, сосредоточься. Нет, я не знаю, что делаю. В чем смысл? Все пропало. Я не понимаю ничего. Я стараюсь изо всех сил. Но этого мало. Привет, подруга. Можешь помочь мне с домашней работой? Что ты ешь? Это не леденец. Фу, посмотрите на эти карандаши. Что происходит? Я просто нервничаю. Это очень важное домашнее задание. Я не знаю, что делать. Положи карандаш. Нужно это остановить. У меня должно быть что-то, что ты сможешь пожевать. Есть идея. У меня есть формы для звезд. Я положу на них карандаш. Вау, так красочно. Теперь я положу формы мармеладных мишек и растоплю их. Я подожду, пока все растает. Ого, посмотрите. Это потрясающе. Не могу поверить, что ты это сделал. Вау. Они такие вкусные, и мне не нужно грызть карандаши. Это гораздо вкуснее. Круто. Мне нравится. Еще бы. Теперь давай доделаем домашнее задание. Я отличный повар. Правда, тут небольшой беспорядок. Вкусное домашнее печенье. Пахнет потрясающе. У меня в духовке еще одна партия. Праздник печенья. Выглядит хорошо. Привет, папа. Тренировка по футболу была сумасшедшей. Мне нужно попить. Очень хочется. Это именно то, что мне нужно. Круто. Так освежает. Вау, печенье. Эй, не так быстро. Убери руки от печенья. Тебе нужно сначала их вымыть. Что? Почему? О, я забыла, что они грязные. Бегом к раковине. Сейчас же. Чего ты ждешь? Нет, я не хочу. Иди сюда. Ты меня не заставишь. Хватит. Подождите, у меня есть идея. Мне просто нужна ложка. Смотрите. Я окуну ложку в шоколадную пасту. Вот так. Затем я прижму ее к печенью. Переворачиваю. И у меня получился бутерброд с печеньем. Теперь попробуем. Это так вкусно. И я не использовала руки. Что скажешь? Вау, ты гений. Вот, держи. О, это так мило. 1001, 1002. Я голодна. У меня урчит в животе. Я буду за столом. Где еда? Эй, папа, накорми меня. Пора прекратить читать конфеты. Выбираю хлопья. Я уже иду, милая. Вау, это великолепно. У меня слюнки текут. И молоко, конечно. Нельзя без него есть хлопья. Только посмотри на это. Надеюсь, тебе понравится. Уверена, что да. Вот салфетка. Хорошая идея. Я не хочу испачкаться. Спасибо, папа. Подождите секунду. Где ложка? Эй! Что происходит? Ложка, конечно. Дай мне минутку. Она должна быть где-то здесь. В ящике для конфет ничего нет. А тут? В шкафу нет ложки. А, я знаю. Она может использовать вилку. Наконец-то. Что это? Ты шутишь? Ладно, я попробую. Это сложнее, чем кажется. Не получается. Я не могу этим пользоваться. Иди сюда. Хрустит. Что-то не так? Ешь хлопья. Я не могу. Не вилкой. Хорошо, я займусь этим. Да, это подойдет. Сначала мне нужно растопить шоколад. Затем мне понадобится шприц. В него я наберу шоколад. Так будет намного проще. Теперь я залью шоколад в форму. Нужно наполнить ее. И никакого беспорядка не останется. Я сделаю то же самое с другими формами. Это весело. Еще одна. И все. Затем я достану их из форм. Вау, выглядит здорово. Вот, держи. Ого, это шоколадная ложка? Я попробую. Вау, посмотрите. Получается, это то, что мне нужно. Вкусно. Отличная идея. А самое лучшее, не нужно мыть ложку. Я могу просто съесть ее.
Школа закончилась! Можно повеселиться? Лимонад и картошка фри. Вкусно! Газировка портит зубы. Какой кошмар! Тебе нужно есть здоровую пищу. Зачем это? Так надо! Вот тебе морковный сок. И скушай морковку. Морковку! Ну, мам, мне не нравится морковка. Ешь скорее. Я хочу жареную картошку. Но ведь овощи намного полезнее. Ну, ладно, тогда я съем. Минутку. Я кое-что придумала. Нальем внутрь морковный сок. Заморозим. Теперь кладем полоски в упаковку из-под картошки. Готово! Золотко! Ужин готов! Опять гадкие овощи! Не хочу! Я сделала что-то особенное. Та-да! Картошка? Супер! Да чего вкусно! Она даже не заметила разницы. Мне нужно много кофе. Доброе утро, мама! Что ты хочешь на завтрак? Фростис, фростис, фростис! Ладно. Вот, пожалуйста. Сейчас принесу тебе миску. Чистых не осталось. Надо купить посудомоечную машину. Может, эта ложка подойдет? Нет. Фу. Что же делать? Может быть, если... Ага, есть одна идея. Надрежем здесь, потом вот тут. Мам, еще немного. Вот так. А теперь молоко. Удобная чистая миска. Держи, лапочка. Ух ты! Спасибо, мамочка. Огромная миска хлопьев только для меня. Ах, дом, милый дом. Подождите, что это здесь делает? Неважно. Мне нужно сделать этот банан красивее. Вау! Невероятно! О, да. Я хочу попробовать. Ха-ха! Можно, да? Вот так. О, боже! Ну, что там? О, никаких драгоценностей. Все нормально. Я этого не заслуживаю. О, не повезло тебе сегодня. Ты такой бедный, а? Воу! Что это за место? Потрясающе! Фу! Эй, нет, я первая. Окей. Вау! Это так красиво! Идеальная рамка для моей фотографии, правда? Вот, так гораздо лучше. Вау! Знаю, это просто шедевр. И все это мое. О, вау, не поделишься? Ладно, я посмотрю, что у меня. Джекпот! Ты это видишь? Что? Он твердый, как камень. Что? Подождите минуту. Нужно приложить немного усилий. Отлично. Спасибо, каменный пончик. Отлично. Эта штука правда работает? Ладно. Можно я начну? Okay. О, круто! Открой свое блюдо. Хорошо. Давайте начнем. Тут много льда. И никакого напитка. Что? Это смешно. Просто кошмар. Да. Это недопустимо. Вот. Сюда. Оу, это то, что мне нужно. Вау, это просто безумие. Хорошо, мне нужно кое-что сделать. А мой секретный ингредиент? Это, конечно, золото.
Просто посмотрите, как это красиво. Нужно просто кое-что добавить. Но я не люблю экономить. Мне нужно все и сразу. Блестяще. Теперь я добавлю любимую газировку. Ням-ням. Как все блестит. Это просто произведение искусства. Вау! Осталось только одно. Попробовать. Это просто потрясающе. Amazing. За меня. Не может быть. Я должен кое-что попробовать. А? Это кто? Алло? Нужно поторопиться. Мне понадобятся длинные соломинки. Я вставлю их друг в друга. А теперь можно и попить. Ммм, это действительно вкусно. Вау! И еще, пожалуйста. Я не могу остановиться. А, никто не отвечает. Что же? Где мой напиток? Ты! Тебе нужна салфетка. О, нет, это не я. Я почти вышел сухим из воды. Вот почему я боюсь собак. А я? О, еще одна тарелка? Кто начнет? Ха. Да, бумага бьет камень. Я первая. Вау, золотой виноград. Я надеюсь, он сочный. О, вкусно. Сочный и очень сладкий. О, классные губы. Что? Мои губы. Так много золотой пыли. Я могу ей воспользоваться. Не всегда нужно больше блеска. Но золота много не бывает. Правильно? Знаю, я выгляжу потрясающе. Нет. Боже. Хорошо, моя очередь. О, боже. Сколько жуков. Я не могу съесть этот виноград. Фу. Я знаю, эти букашки не смогут испортить мою жизнь. Я все исправлю. Нужно добавить побольше соли. Вот так. Сколько грязи. Теперь виноград чистый. И никаких насекомых. Главное, что это сработало. Хочешь попробовать? Нет, спасибо. Давай. Здесь должна быть какая-то еда. Хотя бы маленький кусочек шоколада. А, какой прекрасный день. А, что там происходит? Здесь ничего нет. А, я так хочу есть. Мне очень нужна еда. О, это нехорошо. Эй, сюда. А, что такое? Садись. Давай устраивайся поудобнее. Ладно, конечно. Что-то не так? Что у тебя там? Это мое. Я нашла это. Расслабься. Мне не нужен твой мусор. Однозначно не нужен. Как неловко. Мне нужно это исправить. И у меня есть то, что нужно. Посмотри. Это обычная старая шляпа. Положи туда своих друзей. Давай, все в порядке. Ты уверен? Я попробую. Вау, поверить не могу. Это фокус. Ммм, вкусно. Я знал, что тебе понравится. А можно положить туда какашку? Я хочу это сделать. Смотри, что-то произошло. Как круто. Какашка превратилась в конфету. Ммм, вкусно. Это лучший день в моей жизни. Хорошо, что тебе нравится. У меня есть еще кое-что. Это крыса. Вперед. Мне интересно, что получится. Сладкий, вкусный шоколад. Подождите, это золотой билет. Вау, сегодня мой счастливый день. Подожди, это значит, что ты... Вилли Вонка, рад познакомиться. Идем? С удовольствием. Как бы я хотела, чтобы домашняя работа не существовала. Но ее нужно делать. Дайте подумать. О, да, я знала. Отлично. Эй, Минди. Вау, вкусняшки. Дай сюда. Угощайся. Тут все, что ты любишь. Ты лучший. Сладкие конфетки. Вау. Ау, как больно. О нет, мои конфеты. Так не годится. Я тебе помогу. Спасибо. Почему это должно было произойти? Мне никогда не везет.
Это так раздражает. Эй, не плачь. Я совсем разберусь. А, я знаю, что делать. Мне понадобится кувшин и конфеты. Выглядит вкусно. Я достану конфеты из оберток. Я разделю по цветам. Нужно положить конфеты в кувшин и растопить их. Выглядит здорово и аппетитно. Хорошо, сосредоточься. Я вставил палочку от леденца в форму. Теперь нужно залить туда растопленные конфеты и подождать, пока все застынет. Теперь я могу снять форму. Затем мне понадобится цепочка. Я прикреплю ее к леденцу. Это ожерелье с леденцом. Я даже сделал серьги в виде мармеладных мишек. Вот, держи, Минди. Ого, что это? Это мне? Потрясающе. Ты отлично выглядишь. Мне это нравится. Но у меня все еще нет конфет. Не грусти. Я Вилли Вонка, помнишь? У меня всегда есть конфеты. Это тебе. Вау. Этот день становится все лучше и лучше. Большое спасибо. О, газировка. Идеально. Думаю, я тоже возьму. Создавать украшения совсем непросто. Ух, наеденек. Уроки были сложными. Думаю, нужно перекусить. Такой большой выбор. Я возьму леденец. Этот выглядит аппетитно. Я уверена, будет вкусно. Я сниму обертку. Это сложнее, чем кажется. Я ее перегрызу. Давай. Не получается. Я попробую по-другому. Я разрежу ее. Это должно сработать. Вы шутите? Ничего себе. Я просто хотела съесть леденец. Я мастер карате. Атакую. Вот тебе. Вот. Ты крепкий орешек, да? Я тебе покажу. Бам! И финальный удар. Я называю эту позу танцующий лотос. Ты сдаешься? Нет, этого не может быть. Придется воспользоваться тяжелым инструментом. Не двигайся. А? Что такое? Что ты делаешь? Отойди. Все под контролем. Хорошо, попробуй открыть его сам. Пожалуйста. На самом деле все очень просто. Просто поверни обертку. Та-дам! Вот, держи. Вау, у тебя так легко это получилось. Я попробую. Держите и поверните. Посмотри, у меня получилось. А два леденца – это еще вкуснее. Что бы я делала без тебя? Не хочу об этом думать. Теперь можно отдохнуть. Я это заслужил. Хе-хе, пузырьки. Это было вкусно. О, ты все съела. Ты заслужила угощение. Нет, спасибо, папа. Я хочу рис. Это? Серьезно? Да, пожалуйста. О, не буду спорить. Вкусно. То, что нужно. Открой рот. Ням-ням-ням-ням. Кажется, ему нравится. Он хочет добавки. Что происходит? Так нельзя. Почему бы и нет? Ой, ладно. Пора перекусить. Я проголодался. Да, я тоже. Я просто обожаю суши. А что у тебя? Завидую. У меня скучный обед. Но мама приготовила его с любовью. О, какая жалость. О боже, это не сравнится с суши. А что едят остальные? Что, у всех суши? Ням-ням-ням, как вкусно! Мне это приснилось? Подождите, есть идея. Я раскрою тортилью. Да, отлично. И намажу ее шоколадной пастой. Это моя любимая. Вот так. Сверху я положу банан и сверну тортилью. Главное сделать это хорошо. Сверху я добавлю еще шоколада. И посыплю все измельченными орехами. Вау, выглядит хорошо. Но это еще не все. Я нарежу тортилью на кусочки. Теперь это похоже на суши. Вау, что это? Выглядит великолепно. Я буду использовать карандаши как палочки для еды. Попробуем. Круто, да? О, да. Не может быть. Он серьезно? Я тоже хочу. А? Ну ничего себе. Я ему завидую. Как же я боюсь. Это так страшно. Не могу смотреть. Ну и не смотреть тоже. Это была ошибка.
Что за... Нам нужно было выбрать романтическую комедию. Пора устроить розыгрыш. Это будет весело. Я хочу к маме. О, я пролил свой напиток. Подожди, это ты? Это было грубо. Держи. Я обиделся. Да я просто пошутила. Мне нужно загладить вину перед Джастином. И я знаю, что делать. Я пущу соломинку в свой напиток. Затем переверну ее. Теперь я могу перелить напиток в стакан Джастина. Стакан наполняется. Ого, что это за колдовство? Просто физика. Держи. Дай, дай. То, что нужно. Ура. Ой, как страшно. Все в порядке, я рядом. Что идет по телевизору? Нет, скукотища. О, это мне нравится. Ммм, сочный бургер. Ммм, теперь я проголодался. Нужно поесть. У меня есть все необходимые ингредиенты. Я приготовлю себе перекус. Мне понадобится булочка для бургера. А, вот она. То, что нужно. О, скорей бы. Фу, гадость. Меня сейчас тошнит. Может быть, я смогу это соскрести? Стоит попробовать. Оно не счищается. Ужасно. Я просто хочу съесть вкусный бургер. Подождите, я знаю. Пора использовать магию. Я положу булочку в шляпу и произнесу волшебные слова. Абракадабра. О, посмотрим. О, не сработало. Булочка не изменилась. Это пустая трата времени. И что мне делать? О, яйца! Возможно, я могу использовать их. Я сварю их, очищу и разрежу пополам. Сверху я положу остальные ингредиенты и посыплю все кунжутом. Мини-бургер нужно скрепить зубочисткой. Просто произведение искусства. Я это заслужил. Ммм, пахнет вкусно. Нужно было становиться шеф-поваром. Отлично. Ммм, как вкусно. Я хочу еще. Это так раздражает! Я так близок к открытию, но не могу разобраться с этой формулой. Нужно пересчитывать. Думай, какой тут ответ? Думаю, с Ньютоном такого не бывало. А? Что это было? Это знак. Сам Ньютон хочет мне что-то сказать. Поведай свои секреты. А, извини. Это мой полдник. Что? Оно упало с неба мне на голову. Да? Я пыталась использовать это, и яблоко выскользнуло. Но эта штука реально крутая. Закреплю присоску и положу яблоко вот сюда. Если поворачивать ручку, устройство чистит яблоко. Все просто. Впечатляет, а? Можно даже сделать спираль. Хм, есть идея. Ответ должен быть рядом. Эй, ботан, погляди-ка. Минуточку. Занимательно. Хорошая пища для мозгов. Это было мое яблоко. Ты все съел. Ну, чем ты тут занят? Постой, вот твоя ошибка. Х должен быть в квадрате, а не в кубе. Ну, конечно. Какая красота. Гигантская плитка шоколада. И она вся моя. Вкуснотища. Хотя, чуток жестковато. Что такое? Это что, новая начинка? Погодите, здесь что-то есть. Это золотой билет. Вот это да. Я думала, такое бывает только в фильмах. Мам! Что происходит? Воу! Здорово, теперь вся одежда грязная. Воу, где это я? Невероятно! Добро пожаловать, мы ждали тебя. Вау, странноватый шоколадный чувак. Я большой фанат ваших товаров. Многие это говорят. О, у меня золотой билет. Да, это нам не нужно. Особенно с надкусами. Идем. Итак, вот наши мастерские. Ай! Здесь творится шоколадная магия. Вау! Старайся не отставать. Это невероятно! Подождите! Работникам нужно сфокусироваться на шоколаде. О, разумеется. А вот и мой кабинет. Здесь я придумываю всякие чудесные вкусы. Как видишь, здесь собраны все виды сладостей. Минутку. Хочешь конфет? А как насчет этого? О, да.
А вот это? Да, пожалуйста. Есть идея. Освободим место. Наденем этот банан на деревянный шампур. Нужна тарелка, иначе все испачкаем. Теперь нальем сверху шоколад. Нужно, чтобы он покрыл весь банан. Выглядит классно. Пока шоколад не застыл, добавим посыпку. Чудесные десерты. Такой богатый выбор вкусов. Попробуй что-нибудь. Мне уже не терпится. Просто блаженство. Вау, вы гениальный кондитер. Мне это известно, но тебе пора. Что? Но я хочу остаться здесь. Извини, у меня дела. Нет, не надо. А? Это был просто сон. Что это у меня на голове? Минуту, это был не сон? Тихо, пусть это будет нашим секретом. О, вот и счет. Этого должно хватить. Пахнет денежками. Мне они нужны больше, чем этому месту. Эй, те девушки не оплатили счет. Поверить не могу. Я звоню в полицию. Веселье кончилось, девушки. Вы едете с нами. И это называют едой? Почему тут так плохо кормят? К ночным сменам невозможно привыкнуть. До утра еще так долго. Это позволит мне немного вздремнуть. Начинаем операцию. Вкусняшки атакуют. Эту заключенную ждет вкусный ужин. Надеюсь, она любит шоколад. Ха! Быстрая, как кошка. Охранница крепко спит? Плохой сон, да? Аккуратно. Пронесло. Нога номер два. Воу! Отменить операцию. Отменить. Где же мне спрятаться? Придумала. Тут вроде довольно просторно. Что здесь происходит? Кажется, я что-то слышала. О, это просто мышь. Вернемся в сонное царство. Я внутри. Фу! И давно это здесь? Я добралась до другого конца. Паутина. Тут точно не помешает прибраться. Кто здесь? Это я. Упс. Габи, прости меня. Я принесла подарочки. Это все мне. Да начнется пиршество. Я так скучала по конфеткам. Больше не придется скучать. Мне так не хватает соцсетей, но довольствуемся тем, что есть. Счастливого пути! Смотрите, как крутится. А, как же тут воняет. Достала. Посмотрим. Бургер, руки в молитве, восклицательные знаки. Сообщение принято. Я не могу принести это в руках. Нужна хорошая маскировка. Хорошо, что у меня такие длинные волосы. Готово. А это даже мило. Поехали. Ну где же она? Наконец-то! Я здесь! Все прямо тут, поняла? Обычно мы не рады волосам в еде. Как вкусно! Ну, ты там скоро закончишь. Привет, шоколадные пальчики! Кажется, ты все доела. Пальчики оближешь? Ага, представляешь? Мне пора.
Я пришла навестить подругу. Подожди, что там у тебя? Вау! Какие острые зубищи! Просто иди и не приближайся ко мне с этим. Привет, подруга. Есть хочешь? Не дай этой грозной морде тебя обмануть. Смотри. Оу, хороший мальчик. Как шумно. О нет, меня точно с этим поймают. Придется оставить тазик снаружи. Она уже идет. Окей, похоже, никто меня не видит. Значит, можно перекусить. Вынем беспроводные наушники, а теперь добавим шоколада. Это выглядит так аппетитно и шоколадно. Теперь нужно аккуратно встряхнуть. Ну вот, затвердели. Можно вынимать. Та-да! Шоколадные наушники. Бесподобно. Я гений. Но тихо. Так есть хочется. А меня задержали после уроков. Сама виновата. Не надо было опаздывать. Ну все, хватит. Нужно поесть немедленно. У меня есть пакет печенья. Там должно что-то остаться. Крошки тоже сойдут. Вот так. Отправляйтесь в рот. Эй, это все? Гадство. Должно же быть еще что-то. Может, вот здесь? Да, так я и знала. Тут прилип кусок леденца. О, да. Это то, что мне нужно. Это было круто, но есть все еще хочется. Сэр, привет. Мистер учитель, можно мне в туалет? Ни в коем случае. Ты здесь в наказание. Но я уже все сделала. Глядите, сколько строчек написала. Этого мало. Продолжай. Он все время на меня смотрит. Что же делать? О, он отвлекся. Это мой шанс. Быстренько позвоню. Дэвид, меня оставили после уроков, и мне очень хочется есть. Помоги! Серьезно? Ты хочешь, чтобы я что-то придумал? Ха, пора заняться контрабандой. Хорошо, посмотрим. Учитель сидит за столом. О, боже, не может быть! Это Дэвид! Эй, я здесь! Привет, Мэдисон! Все под контролем, сейчас. Окей, у меня есть скейтборд. Нагрузим его вкусняшками. Нужно просто добавить скотч и приклеить пакеты к доске. Поместим сюда разные вкусности. Теперь надо спасти Мэдисон от голода. Хе, только зацените это! Я такой умный! Хорошо, теперь поставлю скейт и направлю в ее сторону. Ничего себе! Он послал мне свой скейтборд! Поймала! Ну, посмотрим, что тут. Да, он не подвел. Здесь столько вкусного. О, боже, как классно пахнет. Да, он ничего не заметил. Привет, вот мой электронный билет. Все в порядке, желаю приятного просмотра. Привет, вот мой билетик. Мне нужно посмотреть, что у вас в сумке. О, серьезно? Окей, вот, смотрите, это все, что у меня есть. Что? Все эти конфеты? Я их конфискую. Вредина. О, я просто делаю свою работу. О, этот охранник у всех конфискует еду. Может быть, есть способ его обмануть? Да, ну конечно, использую косметику, это всегда работает. Окей, сперва избавимся от самой косметики. Теперь возьмем пакет сока. Это мне точно пригодится. Наберем немного сока в этот шприц. Вот так, достаточно. И наполним соком контейнер из-под блеска для губ. Заполним эту штуку до самого верха. Готово! Осталось закрыть колпачком. Нужно завернуть получше, чтобы сок не пролился в сумке. Отлично! Он ни за что не догадается. Глядите, я могу смочить соком губы. Вкуснятина! Ну вот, пора идти смотреть кино. О, постойте, я знаю, что вы проверяете сумки. Без проблем, сейчас сама все достану. Да, у меня куча вкусняшек, можете их забрать. Вот так, все, Педро, пока-пока. О, а это моя косметика. Ее ведь можно оставить, да? Это мне нужно для увлажнения губ. Мне нет никакого дела до косметики, проходи. Отлично, спасибо, всего вам доброго. Ха, странная она какая-то. Ура! Я пробралась в зал со своим соком. Кстати, мне не терпится его попробовать. Уже видела. Нет, что еще показывают? Интересно. Эй, мама,
Мам, эй, посмотри на меня. Очень красиво, зайка. Теперь дай маме посмотреть свои передачи. Бонжур, мои гурманчики. У меня есть для вас кое-что особенное. Это восхитительное блюдо, которое побалует ваши вкусовые рецепторы. Это всеми любимая закуска – шоколад. Только взгляните. Разве может быть что-то лучше? Великолепно. Мне знаком этот повар. Мама никогда не веселится. Мне это надоело. О, это помада? Внезапно все стало намного интереснее. Наверное, мне нельзя, но... Что может случиться? Я буду такой красивой, прямо как модель. Эй, Жасмин, ты должна увидеть это шоу. Жасмин? Выглядит хорошо и на вкус тоже неплохо. Хочу еще. Нет! А? Что происходит? Нет, не ешь это. Это что-то новенькое. Подождите, мне нужно поправить мои великолепные усы. Я создам для вас особенное творение своими талантливыми руками. Разломаем шоколад на кусочки, затем положим его на ложку. Держим ложку над свечой, осторожно нагреваем, пока шоколад не расплавится. Это не займет много времени, вот и все. Свеча нам больше не нужна. Теперь перельем шоколад в тюбик для помады, предварительно очищенный. Наполняем до самого верха. Не пролейте. После этого остается дождаться, пока он застынет. Кажется, готово. У нас получилась съедобная помада. У меня снова получилось. Я дарю ее вам. Она точно вам понравится. Лови! Вау, это было потрясающе. Ух ты, этот повар, несомненно, изобретателен. Можно посмотреть? Секундочку. Ух ты, выглядит как помада. Устоять невозможно. Эй, мам, давай ее сюда. О, точно, конечно. Вау, такая помада мне нравится. Надеюсь, на вкус она так же хороша, как и на вид. Была не была? Вкусно. Я могу есть это весь день. О, чуть не забыла. Ты прекрасно выглядишь, милая. Я думала, конец будет счастливым. Что? Мам, история должна закончиться не так. Пора спать, зайка. Я хочу знать, что дальше. Извини, Жасмин, завтра дочитаем. Прошу прощения, тебе пора спать. Смотри, кто у меня есть. Я недовольна этой ситуацией. Остается только одно. Истерика! О, мои уши! Я хочу узнать конец! Ой, что я наделала? Мишка, прости. Ты закончила? Мишка, он ранен. Все в порядке, милая, я постараюсь его вылечить. Это может быть сложнее, чем я думала. О, нет, это немного пугает. С ним все будет в порядке? Я работаю над этим, попробуем еще раз. Подождите, придумала. Мишутку ждет преображение. Отсоединим руки и ноги. Туловище нам не пригодится. Но его нужно чем-то заменить. Надо подумать. Точно, мне понадобится эта подушка. Но я на ней сплю. Теперь это Мишкина. Поверь, я знаю, что я делаю. Берем клеевой пистолет. Наносим клей по центру подушки. Этого будет достаточно. Теперь берем голову Мишутки и приклеиваем ее к подушке. Затем то же самое сделаем с руками. И, наконец, ногами. О, выглядит уютно. О, Жасмин, взгляни на это. Мишутка будет с тобой каждую ночь. Ух ты, Мишка, ты вернулся. Обними меня, я так скучала. О, она такая очаровательная. Пора спать. Сладких снов, зайка. Мне так хочется хлеба. Время сделать тосты. А пока начну резать масло. Ну ладно. Готово? Идеально поджарились. О, а теперь намажем масло. Мне нравится, когда его побольше. Но почему оно прилипает к ножу? Эй! Прекрати это, ладно? Бесполезно! Отлипни! Так, спокойно. Ну все, раз не хочешь по-хорошему, поехали! Эмма, что ты делаешь? Меня это достало! И режем! Вот так! Ух ты! Впечатляет! Нет,
Липло. Еще раз. Еще одно яблоко. Потрясающе. Давай теперь киви и апельсин. Кто заказывал фруктовый салат? Момент, и свежие кусочки летят к вам. Кидай еще. Я. Серьезно? Что не так с этим маслом? Я знаю, что делать. Оберните лезвие вощеной бумагой, и масло не будет прилипать. Аккуратные кусочки готовы. Осталось только взять подходящий контейнер. Кладем масло на хлеб и без труда намазываем. Твое здоровье! А теперь добавляем муку. Есть вопросы? Не спать, ребята! Да, сэр. Отлично. Теперь глядите внимательно. Видите вот это? Вам нужно сделать такие же. Быстро за работу. Ну, хорошо, приступим. Постойте, что дальше? Я не следую рецептам. Я просто добавляю все, что мне по нраву. Прошу прощения, так не пойдет. А думаешь... Уверена, я смогу подглядеть. О, нет, его стакан. Держу, держу. Есть. Кто-нибудь это видел? Оставлю у себя. Может, даже использую. Сперва надо все подготовить. Теперь берем стакан и вуаля. А сейчас самое прикольное. Обмакнем это в яйцо и муку. Еще немножко. А теперь обжарим. Глядите, как классно выходит. Теперь режем и наслаждаемся сочетанием мяса и сыра. Не забудем про приправы. Эй, у меня все готово. И заканчиваем. А? Что это такое? Белиссимо! Невероятно! Ну, что сказать, у меня талант. Все еще работаешь, Лиэм? В следующий раз сделаю про запас. Этой штуки нет в учебнике. Интересно. Эмма, эй, погляди-ка. Твои любимые вкусняшки. Нет, это или это? Ну, думаю, я здесь весь день проведу. Маршмеллоу. Шоколад. А, уже почти время ужинать. Ну, наверное... Знаешь что? Вот это. Да. Хотя, может быть, нет. Я здесь помру, не иначе. Лиам! О, боже. Хватит. Это не работает. Но мне есть хочется. Зачем выбирать что-то одно, если можно съесть все? Кладем ингредиенты вот так. Запекаем и добавляем несколько крекеров. Получился классный десерт. Больше никаких мук выбора. Привет, сочный ананас. Настоящий вкус солнечного лета. А теперь следующий. Лиам, эй! Что это за безобразие? Тебе лучше скорее тут прибраться. О, ты слишком много беспокоишься. У тебя есть еще один. Это может сработать. Пока! Готовы сделать что-то творческое с этим колючим фруктом? Протыкаем вот так насквозь. Теперь срежем корочку ножом. У нас осталось только мякоть. И вот так. Нарежем кусочками. Идеально, не правда ли? Можно присоединиться. Wow. Видишь? Никакой грязи. Удивительно. Вот как нужно делать. Эй, парень, притормози. Тебя надо проверить. Нет, ты знаешь правила. Никакой еды или напитков. Ладно, мне все равно. Стойте смирно, мисс. Проверим, есть ли у вас еда.
Хорошо, проходите. Этот клуб лучший. Сладкая корона, это круто. Воу, ничего себе. Ауч. Хорошо, что это сработало. Остальное сохраню на потом. Ладно, кто следующий? Руки в стороны. Оу, всех проверяют. Что же нам делать с шоколадкой? Надо все спрятать. Эй, ты следующий. Ты шутишь? Я прекрасно вижу, что у тебя шоколадка. О, ладно, секундочку. Сейчас будет фокус. Та-да! Шоколадка исчезла. А теперь я телепортировал ее вон туда. Воу! Как ты это сделал? Но все равно, давай сюда. Хорошего вечера! Поверить не могу, что ты отдал мою шоколадку. Да, но смотри, это был отвлекающий маневр. У нас осталась еще одна. Вкусно! Стоять! Что это? Надо заменить диско-шар. А, ладно, проходите. Зачем тут еще один диско-шар? Оу, это не диско-шар. Смотрите. Для начала я взял арбуз и покрыл его съедобной серебряной краской. Так, чтобы он засиял. Потом пришло время квадратиков фольги. Их я наклеил на кожуру. Покрыл ими весь арбуз. И вуаля! Вот результат. Кто хочет арбуз? Вау, он такой свежий. Надо много пить, если мы хотим протусить всю ночь. Стоять. Что это? Замена диско-шара. Ремонтные работы. Но если вы работник, тогда... Странный клуб. Привет, я в клуб. С едой и напитками нельзя. О, но у меня их нет. Вы жуете жвачку, это считается. Выплевывайте. А теперь можно? Стоп, надо вас просканировать. Не знаю. Что-то тут не так. О, волосы! О, нет, только не это! Все еще подозрительно. Подождите тут. Это поможет найти все, что скрыто. Хорошо, проверка окончена. Теперь можно заходить. Наконец-то! Воу! Как здесь классно! И, конечно, у меня есть тайная вкусняшка. Жевательные конфеты. Они легко принимают любую форму. Сегодня я надела их как искусственные ногти. Просто сформировала нужную форму и готово! Получился сладкий маникюр. Конфетка на каждый палец. И на большой, конечно, тоже. Маникюр готов. Можно идти в клуб. А теперь вкусняшка. Она что, ест свои ногти? Чего? Просто фу! Пошли отсюда! Вау, ничего себе! Не могу оторваться. О, чипсы закончились. Не беда, есть еще вкусняшки. Под кино всегда хочется сжевать что-нибудь. Такое чувство, что я что-то забыла. О, мне пора в школу. Надо быстро одеться. Сейчас натяну джинсы. О, почему они не налезают? О, плохи дела. Ну же, наденьтесь. Не так уж много я съела. Бесполезно. Это катастрофа.
Упс. Я такая неуклюжая. Ну ладно. О, нет. Нет, только не это. Нет, извини. Микки, в чем дело? Что случилось? Мои джинсы не налезают. Всего-то? Не проблема. Думаю, я смогу помочь. Придется немного попотеть. Начали? Да, вот так. У тебя получается. Микки? Спасибо, ты классно придумал. Реально тяжелая работа. Серьезно? Попробуй вот это. Я пытаюсь помочь. Постойте, придумал. Разрежу яблоко пополам. Добавлю других фруктов. И накрою второй половинкой яблока. Микки, вот тебе фруктовый бургер. Ты сказал бургер? Давай попробуй. Ладно, ты меня уговорил. Вкусно. Еще и полезно, в отличие от этого. А еще есть? Постойте, я опаздываю. Упс, забыла застегнуть джинсы. Вау, сидят идеально. Отлично выглядишь. Нужно бежать. Видишь, фрукты — это хорошо. Наконец-то дома. Оу, метка. Что такое? Вот так, милая. Что тут стряслось? Микки? Не бойся, папа уже здесь. Микки, дорогуша, отзовись. Пап? О, нет. О, привет, пап. Что тут случилось? Какой был чудесный арбуз. Ты ел арбуз? Подожди здесь. У меня есть то, что нужно. Ага, вот что нам поможет. Это все исправит. Поверь мне. Разрезаем арбуз пополам, а теперь проводим этим гаджетом по мякоти. Он сам нарежет ее аккуратными кусочками. И ничего не испачкалось. Вот, полная тарелка арбузных кубиков. Гляди, что у меня. Надеюсь, тебе понравится. Это мне? Спасибо, пап. Обожаю арбузы. Да чего сочный. Вот и умничка. Ты уже все съела? Что тут сказать? У меня арбузомания. Но я ее не стыжусь. Что ж, пойду еще нарежу. Сейчас вернусь. Спасибо, папочка. Ты лучший. Проснись! Что такое? Что-то случилось? Я есть хочу. Нужна пища. В смысле, я ведь ем за двоих? Не проблема, милая. Я мигом. Как хочется спать. Окей, думай. Целая тарелка полезных фруктов. Замечательно. Кажется, ничего не забыл. Погляди, что я принес. Попробуй, дорогая. Нет, я это не буду. Правда? Ладно, постой. Как насчет этого? Нет. Конфеты, торт? Нет. Я все кухонные шкафы перерыл. О, вау. Нет, спасибо. Тебе должно понравиться. Серьезно, Алекс? Больше у нас ничего нет. Но... Мне ничего из этого не хочется. Все хорошо, я что-нибудь придумаю. Это кошмар какой-то. Что же мне делать? Секунду. Я знаю. Берем апельсин. И пустую бутылку из-под лимонада. Отрежем верхнюю часть бутылки. Теперь положим внутрь апельсин. Добавим киви и еще апельсины. А теперь йогурт. Надо, чтобы он покрыл фрукты. Наполним до самого края. Отлично. Теперь поставим в морозильник. Думаю, уже готово. Нужно вынуть десерт из бутылки. Ха, проще простого. Нарежем кусочками. О, как холодно. Но усилия этого стоят.
Отнесу это Микки. Почему ты так долго? Я готовил сюрприз. Окей, это можно попробовать. Да? Я так счастлив. У-у-у, смотрится аппетитно. Именно то, чего мне хотелось. Так аппетитно. Вау, Алекс, изумительно. Такие штуки точно можно делать. Алекс, куда он делся? Ну что ж, мне больше достанется. Папочка такой умный, верно, малыш? Какой скучный урок. На 30-й странице вы найдете... Подождите. Эй! А? Поедим? Отличная идея. Я умираю с голоду. То же самое. О, да. В главе... Прошу прощения. Еда? Эй! Я так не думаю. Уберите это. Вот черт. Облом. Я даже не попробовала. Ненавижу школу. Серьезно. Вы это заслужили. Но у меня другие правила. Я их создаю. Совершенство. Так, вернемся к работе. Сегодня тренировка была тяжелой, но впереди меня ждет хороший день. Посмотрите, какой милый у меня наряд. А еще полно вкусняшек. О, нет. Эй, стоять! Выбрасывай. Пойди поплачь. А ты? Сделай так, чтобы я этого не видела. Хорошо, что я подготовилась. Смотрите. Оу, проверка. Оу, хорошо. Посмотрим. Так, это нехорошо. Ты солгал мне. Расстегни куртку. Думаешь, это смешно, да? Тут полно конфет. В кабинет директора. Немедленно! Она знает о конфетах в куртке? Мне нужно что-то придумать. Что насчет моей шапочки для плавания? О, да! Как вам моя новая прическа? Здравствуйте! Хватит пустой болтовни! Что ты прячешь? Оу, сумка! Все в порядке. Ладно, спасибо. Сработало. Победа так сладка. Вкусно. О, с апельсином. Какой прекрасный день. Кто сказал, что понедельники плохие? Просто нужно начать день с конфет. Так, так, так. Что у нас тут? Конфеты? А? Упс. Не бывать этому. Дай сюда. Но это мое. Я сказала, отдай. Пустите. Нет, мои конфеты. Они повсюду. Ах, какой беспорядок. Я только одну конфетку взяла. Это несправедливо. Наведи здесь порядок. Правило есть правило. Я уже поняла. Посмотрите на это. Мои любимые конфеты. Они такие пыльные. А, поторопись. Не повезло. Я не хочу все выбрасывать. Подождите минутку. А что насчет моей сумки? Ответ прямо у меня под носом. О, да. Сначала мне нужна пупырчатая пленка. Затем конфеты. Хорошо, это может занять некоторое время. Но я не сдамся. Главное не торопиться. Видите, осталось совсем чуть-чуть. И все готово. Ну, почти. Нужно все соединить. Резинка отлично справится с этим. Нужно, чтобы получилась цепочка. Отлично. Теперь я прикреплю ее сюда. Получилась одна милая сумка. Разве не аппетитно выглядит? Я переложу сюда свои вещи.
все помещается. Кто бы мог подумать? Теперь момент истины. Уже вернулась? Что ты прячешь на этот раз? Ничего. О, правда? Я ничего не вижу. Хотя сумочка милая. Все хорошо? Я могу идти? Да, иди. Я буду следить за тобой. Сработало как по маслу. Никто не заберет мои конфеты. Иди сюда. Жизнь удалась. Сегодня уравнения особенно сложные. Но я подготовилась. Почти получилось. Сложно думать на голодный желудок. Может, быстро перекусить? О, да. Никто даже не заметит. Я молодец. Так вкусно. О, эй, что ты делаешь? Извините. Боже. Никакого уважения. О, видео с котиками. Она такая строгая. Мне нужно что-то съесть, иначе я не смогу сосредоточиться. О нет, пакет такой шумный. Что это шуршит? Жасмин? А? Ладно, ладно, боже. Я сказала нет. Ау, нужно ответить. Не балуйся. Ага. Невероятно. Ага, я злая ведьма. Подождите минутку. Мой телефон. Ну, конечно. Ответ прямо передо мной. Пора поесть. Все начинается с одного маленького колечка. И, конечно же, глазури. Это похоже на маленький пончик. А что такое пончик без посыпки? Так мило, правда? Мне нравится. Их тут много. Я приклею все к чехлу с помощью сиропа. Такой аксессуар понравился бы каждому. Но никто не догадается, что его можно съесть. И в этом вся суть. Последний ряд – это шедевр. И самый вкусный. Посмотрим, что получится. Прошу прощения. Все в порядке? О, абсолютно. Да. Вкусно. Ты ведь не ешь, да? Хорошо. Не отвлекайтесь, мисс. Покрутим колесо. На чем оно остановится? О, радуга. Мне уже не терпится. Воу, это откуда взялось? Столько поп-итов. Ух ты, Сара, смотри. Вау, повезло тебе. И все? Мне только колокольчик? Ну ладно, тогда позвоню. Ничего себе, танцующий единорог. Отпад. Спасибо, мистер единорог. Пока. Единорожьи хлопья. Вкуснотища. Выглядит здорово. Приступим. Вау, я никогда не видела столько пупитов. Это будет реально весело. Им конца нет. И это еще не все. Ты тоже это видишь? Она снова заполнилась. Интересно, сколько времени уйдет на то, чтобы их перелопать? Это просто супер. Окей, займемся хлопьями. К счастью, у меня всегда есть миска и стакан молока. Вот так. Так ярко. У меня уже слюнки текут. Ни пятнышка. Минди, ты в порядке? Разумеется. Хорошо. Я буду через минуту. Дай знать, если будет нужна помощь. Давай покрутим вместе. О, синий. Смотри, кольцо. А у меня газировка. Примерю его. Отлично подходит. Наконец-то я нашел свою любовь. Прошу ваши руки и сердца. О, да. Спасибо, дорогая. Это мое.
Эй, отпусти! Ам-нам-нам! Прекрати! Увидимся! Это было странно, и он забрал кольцо. Было довольно смешно. Ладно, попробуем лимонад. Думаю, будет классно. Вау, смотри, такой синий. Пожалуй, тут нужна особая добавка. Посыпем волшебным порошком. Прекрасно. А, зачем жадничать? Мне нужна соломинка. Размешаем. Работает. Да чего красиво. Вкуснота. А? Минди? Не могу поверить, он взял мое кольцо. Я так расстроена. У меня есть еще соломинка. Поставлю лимонад вот здесь. Минди, попробуй. Правда? Ого, здорово. Итак, кто первый? Я. Надеюсь, будет что-то хорошее. Красный. Вау! Неплохо. Врум-врум. Тут что-то еще. Это очень занятно. Интересно, для чего эта кнопка? Вау! Ничего себе! Упс, простите. Плохо дело. Поем конфеток. Такая маленькая, но очень вкусная. Съем-ка я и остальные. Так классно! О, мне бы конфет. Как думаешь, он вернется? Постой, здесь тоже конфеты. Я и не заметила. Сейчас попробую. Вот так. Восхитительно. Эй, чья это штука? О, я тут ни при чем. Это ее. Сара, зачем? Вот, держи. Спасибо. О, какой мотоцикл. Тут только один вариант. Нет, пожалуйста, не надо. Нет, мы не нарочно. Стойте. А? Круто. Это так здорово. Спасибо, мистер пришелец. Минутку, что ты делаешь? Дорога зовет. Но... Никто в это не поверит. Да уж. Вау. Можно я? Ну, посмотрим. Фиолетовый. Угу, телефон. Такой милый. Неплохо. Вау. Крутой смартфон. Обожаю этот челлендж. Селфи. Такая прелесть. Нет, это нечестно. Не я же правила придумываю. Это неправильно. Мне надо позвонить. Эй, нужна твоя помощь. Да, срочно. Веди себя естественно. Что? Наколдуй ей. А, ладно. Камера меня любит. Что это было? Получилось. Спасибо. Заплатим. Вау, она такая жадина. Оно того стоило. Спасибо, пока. Это ты сделала? Ну ты и вредная. Не знаю, что ты имеешь в виду. Это просто игрушка, видишь? Постой, это ведь... Это шоколад. Какое блаженство. Готова весь день есть. О, да ладно. О, я знаю. Это леденец на палочке. Пахнет чудесно. Ну как? О, да. Моя очередь.
розовый! Ух ты, розы, как романтично! Они выглядят съедобно. А ну-ка! Ого, вкусно! Ничего себе! Привет! Я жду! Вот всегда так. У меня никогда не было столько роз. Есть идея! Должно сработать. Что там Минди делает? Мне нужен скотч. Готово! Корона из роз. Да чего красиво! Ну же, давай быстрее. Наконец-то! Спагетти? Что ж, я не против. Вау! Ха! И все! Ну ладно. Ничего, мне нравится. Подожди-ка. Как я выгляжу? Очень стильно, правда? Клубника. Вкусно. Хочу еще. Выглядит здорово. Свои сделай. Хорошо. Завтрак – самый важный прием пищи. Твоя картошка фри, дорогая. О, боже, фри! Они еще и хрустящие. Но чего-то не хватает. Ага, соли. Сейчас будет. Серьезно? Ничего? Тут пусто. Вот черт. О, не расстраивайся, дорогая. Сегодня придется съесть картошку без соли. Хотя, мое кольцо. Я храню здесь немного соли про запас. Вот, дорогая. Приятного аппетита. Так намного лучше. Вкуснятина. Ты лучшая мама. Наконец-то здесь никого нет. А это значит, пора есть шоколад. Но куда он делся? Наверное, растаял в кармане. Дорогая, что случилось? Что? Твоя шоколадка? О, боже мой! Посмотри на это! Подожди секунду. Ожерелье. У меня есть идея. Я все исправлю, хорошо? Считай это возможностью создать что-то новое. Я вылью растаявший шоколад в миску. Выглядит неплохо, правда? Я уже все придумала. Мне нужна форма для льда со звездочками. Я налью в нее воду. Шоколад скоро будет, не волнуйся. И нужно добавить зубочистки. Теперь здесь лед. Пора поплавать. Вау, роскошно. Затем я аккуратно уберу шоколадную оболочку. И наполню ее сливками. Разве это не восхитительно? Это мне? Вау! Это очень вкусно! Шоколадом столько всего можно придумать. Это правда очень вкусно. Мое любимое время. Время обеда. Сейчас мне будет вкусно. Вау, ты с ума сошла? Упс, стой! Тут слишком много калорий! О, черт! Знаешь, ты мне еще спасибо скажешь. Что? Я тебе помогаю! Я ненавижу диеты! Этот бургер был таким красивым. И во что он превратился? Неловко получилось. Подождите минуточку. Яйца? Конечно. Из вареного яйца можно сделать бургер. Только белки и никаких углеводов. Это очень полезно. Та-да! Ну, чего-то я не знаю. Воняет яйцом. Ну, я попробую. Вообще-то, это довольно вкусно. Спасибо. О, да, не за что. Теперь я хочу пить. Ее всему придется учить.
Хорошо, ужин почти готов, и я приготовила твое любимое блюдо – пасту с большим количеством сливочного масла. Вау, спасибо, мама! Но как мне ее взять? Есть! О, боже! Так вкусно! А, да, приятного аппетита, дорогая! Есть! Так вкусно! Нужно придумать другой способ. Длинная лапша не подойдет. Но этот метод сработает, видишь? И мне не пришлось ничего резать. Теперь я просто отправлю лапшу в воду. Идеально. Все, милая, теперь тебе будет легче. Паста не такая длинная. Ну разве не вкуснятина? Приятного аппетита! Вау! Да, круто! Молодец! Только не торопись! У меня есть отличная идея. Отрежем кусочек пластиковой ленты. Теперь сложим его пополам. И склеим концы, оставив небольшой зазор, чтобы получился кармашек. Осторожно, у нас нет цели его закупорить. Фу, получилось. Затем добавим маленькие сердечки. Какие милые. Но и это еще не все. Наполним бутылку жидкостью с блестками. Вставляем носик в кармашек. Вот так. А теперь заполняем. Зажмите кармашек большими и указательными пальцами, чтобы ничего не вытекло. О, он растет! Он такой мягкий! Я прямо чувствую, как уходит напряжение. Жизнь так несправедлива, а? О, дай! Это потрясающе! Спасибо, мам! Вы только посмотрите! Знаете, в конце концов, жизнь не так уж плоха. Ну, приветики! Ты такой сочный и оранжевый. Ты мой! Приятного аппетита! А? Этого я не ожидала. Ничего не понимаю. Что-то не так? Беби-беби-беби, ты не сможешь меня съесть. Это еще не конец, апельсинка. У меня всегда есть запасной план. Я так просто не сдамся. Этот сладенький фрукт будет моим. С минуты на минуту. Знаете, мне начинает казаться, что это не работает. Вернемся к истокам. Ну почему это так сложно? Сделаем этот процесс еще интереснее, получай. Это было подло. Я тебя ненавижу. А? Поймала. Что случилось, зайка? Не плачь. А? Не волнуйся, я этим займусь. Положим апельсин на разделочную доску. Затем разрежем его пополам. А теперь самое интересное. Надавливаем на краешки кожуры, чтобы разрыхлить мякоть апельсина по всему кругу. Оттягиваем кожуру по мере продвижения, выворачивая мякоть наружу. Свеженький. Держи, Жасмин. Ух ты, что это за колдовство? Как вкусно! Ожидание того стоило. Спасибо, мамочка. Это еще не все. Вау, ты лучшая, мам. Это так мило, но, полагаю, ты права. Люблю тебя, зайка. Секундочку. Фу, косточка. Подождите. По-твоему, это смешно, да? О, да. Бе-бе-бе. Внимание, класс. Ого. Перед решением таких уравнений нужно подкрепиться. Да, лучше поесть заранее. Я слышу, как кто-то ест. Но когда на уроках есть нельзя, это становится проблемой. Но не бойтесь. Спрятать еду легче, чем кажется. Отлично. Обратите внимание на эту часть. Математика была бы куда веселее, когда у тебя есть вкусняшки. Ого, уже так много времени. Да, я хочу сделать срочный заказ. Спасибо. Вау! Джастин заказал пиццу для всех. Чем это пахнет? Не знаем, сэр. Нужно быть очень осторожными. Вот и уравнение. Если хотите иметь возможность есть на уроке, запоминайте наши лайфхаки. Ура! С днем рождения меня! Происходит что-то подозрительное.
Будьте уверены, учитель вас не остановит. Эй, что это? О, это объявление про сегодняшний спектакль. Мы точно пойдем. Оу, подождите. Приносить еду запрещено. Сможете перекусить после спектакля. Стоп! У меня ничего нет. Посмотрим. Попался. Я не хочу, чтобы у меня все забрали. Иди уже. Кажется, я смогу что-нибудь придумать. Это будет любопытно. Для начала нужно вытащить руки из рукавов. Прикройте рюкзак толстовкой. И можете идти. Добавим еще и пухлые щечки. Посмотрите на меня. Идеальный план. Остановись. Ладно, иди. Попалась. Габи, чего ты наелась? О, у меня тут рюкзак. Хочешь чего-нибудь? Эй, мы тоже хотим. Как же круто! Спектакль вот-вот начнется. Мы молодцы. Время почти вышло. Мне нужен ответ на этот вопрос. И на этот. Готово. Почему она такая умная? Что-то есть хочется. Перекушу по-быстрому. Эй, хочешь? Нет. Ну как хочешь. А? Ненавижу это место. Габи, у нас тут посторонний. Это я забираю. Нет, они мои. О, на это больно смотреть. Я не могу даже спокойно поесть. Габи, ты знаешь правила. Но что делать, если я хочу есть? Нужно соблюдать правила. Как несправедливо. Обожаю эти чипсы. И что это вы там делаете? Как он постоянно нас находит? Это несправедливо. Он такой пугающий. Мне так жаль, Габи. Я не собираюсь сдаваться. О чем это ты? Есть идея. Возьмите вот такой пакет. И положите туда любимые вкусняшки. Я обожаю эти мармеладные ленточки. Просто положу их в пакет и закрою его. Теперь возьмем наш блокнот. Наденьте пакет на металлические кольца. Такие блокноты идеально подходят для нашего лайфхака. Готово? Смотрите! Ничего не видно! Учитель смотрит? Это мой шанс. Как удобно все получилось. Дай мне. Выбери, что будешь. О, мне все нравится, но я возьму ленточку. О, вкусно. Ребята! У нас ничего нет. Я ничего не заметил. Продолжим.
Фу. Чуть не попались. Много клея не бывает. Это так весело. А, я есть хочу. А, точно, мой клей. Что это она делает? Вкусно. Габи, о, ты с ума сошла? Хочешь? О, ни за что. Ну и ладно, мне больше достанется. Это не клей, если что. У вас есть пустая бутылочка из-под клея? Хорошо, вымойте ее водой с мылом. Она должна быть абсолютно чистой. А потом налейте туда что-то сладкое. Пусть жидкость будет похожа на клей. Вкусно! Белый шоколад. Отлично подойдет. Наполняем бутылочку. На вид не отличить от клея. Закройте бутылочку крышкой. И все готово. Отличный лайфхак. Вау! Дай попробовать. Как вкусно! Хочу еще! Идеально! Ну все, Джастин, дай сюда. Ну же, это мое! Так интересно! Ха-ха-ха. Кофе и журнал. Идеальный отдых. Так успокаивает. Моя пижама! Я вся мокрая! Ты видела, как я прыгаю? Что ты делаешь? Почему ты вся мокрая? Ты пролила кофе? А зачем? Привет, солнышко. Привет, мам. Пока, мам. Все в порядке, все в порядке. Неужели она? Неужели он? О, боже. Испугалась? Упс. Да что ж такое? Ах ты. Куда она делась? Стаканчик газировки перед сном. Как приятно. Ах. Нет, не может быть. Что это было? Она где-то рядом. Нет, пожалуйста, не надо. Мне нужно спрятаться. Здесь она меня точно не найдет. Я в безопасности. А теперь насладимся холодной газировкой. Попалась! Это так весело! Привет, мам! За что мне все это? Я просто хотела немного попить. Мам? Мам, ты в порядке? О, я поняла. Не волнуйся, мам. Я знаю, что делать. Мне нужен воздушный шарик и ножницы. Отстрижем верхнюю и нижнюю часть шарика. Натянем шарик поверх стакана. Вот так. Теперь не прольется. Наконец-то отмылась. Ох, просто, просто сиди там. Вот, мама, твой лимонад. Для меня? Надеюсь, тебе понравится. Я тебя люблю, мам! Стой! Не надо! Осторожнее! Надо же! Ничего не пролилось! Как здорово! Я тоже люблю тебя, милая! Доброе утро! Пора завтракать! Чудесная густая овсянка! О, я это есть не буду! Даже не надейся! В ней столько полезного! Куда она убежала? А ну, вернись! Каша остынет! Прекрати это! Не поймаешь, не поймаешь! Эй, я здесь! Что же ты? Ну все, хватит! Надень вот это! Футболка? Я в ловушке! Мне это не нравится! Какие вкусные комочки! Самолет летит! Ням-ням-ням! О-о-о.
Вот так. И почему я раньше не додумалась? Какую чудесную стрижку мне сделали в салоне. Что такое? Кругом грязные следы. О! Они ведут сюда? О, нет! Ванная! Есть тут кто? Грязь повсюду! Там что-то есть за занавеской. Не надо бояться. Ага! О, привет, мам! О, грязнуля! Погляди на себя! Шоколадки? О, а я уж думала это. Отдай мне шоколад. Но это мое. Давай сюда быстро. Это нечестно. Ты все это съела сама? Есть идея. Кладем шоколад в глубокую миску. Растопим его вот так. Теперь окунем в шоколад ложку. Добавим посыпку. Вуаля! Шоколадный десерт готов? У меня кое-что есть для тебя. О, вау! Держи. Обе для меня? Круто! Спасибо, мам! На здоровье, солнышко. Теперь нужно все здесь убрать. Да ладно, а потом что? Здрасте, как жизнь? Мне пора. Сначала я тебя просканирую. Что ты там прячешь? Вот облом, я весь день его берегла. Какая жалость, давай сюда. Ладно. Это все. Довольны? Проходи уже. На чем я остановилась? Эй, я тут. Возьми мои наушники. Ты слышишь? Что? Я сегодня не ждала гостей. И никакой еды. Открой их. Ага. Я взяла вот такие пластиковые крышки и покрасила их баллончиком. Затем я прикрепила их к наушникам. Видите? Идеальный размер для пончиков. Круто, правда? И выглядит вполне невинно. А, я поняла. Ты принесла мои любимые. Мне ужасно хотелось пончиков. Приветик, я тут просто мою полы. Что происходит? Простите, поднимите ноги. Поработать спокойно не дают. Я скоро закончу, обещаю. Только тут домою. Можно поосторожнее. Никакого уважения. Я на перерыв. И правда сработало? Вокруг никого? Эй, пс-пс! Чем это пахнет? Вкусненько! Запах исходит от твоей головы. Ты имеешь в виду от волос? Дай-ка мне немножко. Объедение! Хочу еще! Такая вкуснотища! У меня совсем волос не осталось. Они все в моем животе. Я такая голодная. А, здесь невозможно заснуть. Сейчас самое время. Твой выход, мышка. Повеселись. Но будь осторожна. Что это за шум? Я точно что-то слышала. Я всегда на чеку. Преступник сбежал? Нет, хуже. Эй, мышка, есть хочешь?
я знаю, что ты здесь. Вот, глупенькая, теперь все под моим контролем. Доставка мармеладных мишек. Расступитесь. Увидимся. Что это было? Ого! Услада для моих глаз. В чем дело? Машинка глючит. Я не могу ее остановить. Под твоим контролем, говоришь? Неужели это так трудно? Шш, не шуми! Где эта штуковина? Я, пожалуй, пойду. Ты не хочешь это забрать? Кажется, все чисто. Я будто умерла и попала в мармеладный рай. А вы бы смогли пронести еду в тюремную камеру? Это явно непросто. Поделитесь этим видео с друзьями, пусть тоже посмеются.